ship without a mate that is sailing to the middle of the sea. Water that is deeper than anything ever seen. Jump right in and swim until you're free. Я прошу вас, приветствуйте, уважаемые гости, друзья жениха. Встречайте очаровательных подруг невесты.
Кирилл и Валерия. Я рада приветствовать вас в этот день. Такой долгожданный, такой волнительный и такой важный для вас и для ваших близких. Все мы в детстве верим в чудеса. Каждая маленькая девочка мечтает в детстве о прекрасном принце на белом коне, который придет, исполнит все ее желания сразу и сделает жизнь сказочной. Каждый маленький мальчик мечтает в детстве о сказочной принцессе, прекрасной и безупречной всегда и во всем. Но только когда мы становимся старше, мудрее, и начинаем понимать, что настоящей сказкой, настоящим чудом можно назвать саму вероятность встретить своего человека, близкого тебе, по духу, по интересам, по мироощущениям, а еще по нарастающему желанию и умению просто быть рядом друг с другом. Когда друг от друга не хочется отдыхать ни на одну минутку. И когда вы большие друзья. Судьба подарила вам счастье встретить именно такого человека. И поэтому сегодня вы здесь, чтобы соединить навек свои сердца и судьбы. Кирилл и Валерия, позвольте спросить вас, готовы ли вы здесь и сейчас, в присутствии ваших близких и друзей, дать друг другу те сердечные обещания, которые подтвердят искренность ваших чувств и серьезность намерений. Прошу ответить жениха. Да. Уверенно и твердо. Поддержите, пожалуйста, дорогие друзья. Прошу ответить невесту. Да. Не менее уверенно. Я Кирилл, беру тебя, Валерия, в законные жены. Я обещаю защищать и берегать тебя, наших будущих детей, наш дом. Я обещаю быть внимательным и чутким. Не только слушать, но и слышать. Я обещаю быть верным тебе и любящим мужем. Всегда. Что бы ни готовила нам будущая жизнь. Я Валерия. Беру тебя, Кирилл, в законные мужья. Я обещаю окружить вниманием и заботой тебя, наших будущих детей, наш дом. И это самые главные слова, дорогие друзья. Больше ничего и не нужно. Кирилл и Валерия. По вашему взаимному согласию, в присутствии родителей, близких и друзей, брак ваш регистрируется. Я прошу вас скрепить подписями семейный союз. Елена и Илья, сегодня ваши друзья доверили вам стать свидетелями рождения их счастливой семьи. Я прошу вас письменно поддержать их решение стать мужем и женой.
Кирилл и Валерия. Через несколько мгновений вот эти прекрасные обручальные кольца засияют на ваших пальцах. Говорят, что у металла, особенно драгоценного, есть память. Поэтому сегодня вы можете сделать ваши обручальные кольца не просто украшением, но самыми верными талисманами, которые всегда будут оберегать вас. Для этого, надевая кольцо на палец друг другу, постарайтесь передать холодному металлу частичку вашего горячего чувства. И тогда даже вдали друг от друга вы будете ощущать тепло родного человека на безымянном пальце правой руки. Обмениваясь кольцами, произнесите: «Ты в моих мыслях и в моем сердце навеки». В своей жизни очень серьезный шаг и вышли на такую большую дорогу взаимной любви, счастья, ответственности. Постарайтесь сохранить все свои чувства на долгие-долгие годы. Берегите себя. Берегите друг друга, пусть у вас все будет хорошо, тепло, душевно. Главное, чтобы было, как я говорю, тепло вот здесь, когда вы думаете друг о друге. Если у вас будет тепло вот здесь, все у вас будет замечательно и хорошо. Любите друг друга, счастья вам, ребят. Вы похожи. Вы... Да, Лерочка, вы действительно похожи. Вы дополняете друг друга, и вам хорошо вместе. Дай Бог вам счастья, любви, ну и всего того, что за этим следует. Вы меня поняли? Дело было в школе, класс 6-й, 7-й, вот так. На прогулке у меня такая ситуация случилась, зима была. Короче, между ног лопнули штаны. Я был в такой ситуации неудобной. И Кирилл поделился своими штанами, ну как, спортивными, запасными. И, короче, ну вот, и я понял в тот момент, что... На него можно положиться в любую сложную ситуацию. Вот. Спасибо. Всегда можем на вас положиться, и вы всегда можете на нас положиться. От всей души желаю вам прежде всего взаимопонимания. Учитывая, что начнутся всякие сложности, может быть, преодолеть их легко.
От всей души, ребят, вас поздравляю. Берегите друг друга. Всего вам самого хорошего. Спасибо. Я хочу пожелать вашей семье счастья, гармонии и жизни с настроением и вкусом. Пусть в ваших сердцах всегда живет любовь. Желаю вам, чтобы каждый день, когда вы просыпались, вы радовались друг другу, что вы вместе. Каким счастьем сияют глаза любимого человека при виде вас. Запомните этот свет. Сохраните и пронесите через все годы, что будут подарены вам судьбой. Почему зовут медовый месяц? В чем его такой уж сладкий мед? В том, чтоб окна плотно занавесить и не спать все ночи напролет. Молодость пусть на слово поверит. Кто постарше, верно знает сам, что одной закрытой этой двери для любви, конечно, мало нам. Об руку выходят в дальний путь два совсем не схожих человека. Завтра утром выяснится вдруг, как различны вкусы и желания, с первой лаской, милых губ и рук, первое придет непонимание. Да и дело, в общем-то, не в том, что она не так рубашку сложит, цвет не любит тот, не то кино, или он котлет терпеть не может. Будь ты всех Ромео горячей, сан-мужей ответственно ступая, ты пройдешь сквозь сотни мелочей. Каждый миг ей, в чем-то уступая, это счастье, уступать любя. Счастье вам, мои родные! Года в городе Санкт-Петербурге. Ваш брат зарегистрирован. Я объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга! Поздравляйте, обнимайте, целуйте!
Субтитры а